Приглашаю к микрофону, друзья, Александра Жукова, нелегкий сейчас Александр Дмитриевича, но тем не менее мы сегодня здесь. Это прекрасный праздник, я хочу поздравить с ним всех москвичей, всех спортсменов столицы, но главное хочу поздравить строителей и работников Лужников. Сейчас они реконструируют наш замечательный стадион, готовят его к чемпионату мира по футболу. Я уверен, эта арена станет лучшей в мире. Я люблю! Я люблю! Я!